Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». Сегодня я представлю вашему вниманию обзор на холодильник Garenje RK4181PS4. Для начала рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Об актуальных ценах и наличии в магазинах вы узнаете, перейдя по ссылкам в описании к видео. Буду рад, если вы поставите лайк этому видео и поделитесь своим мнением в комментариях. Начинаем! Холодильник Garenje RK4181PS4 – двухкамерная модель цвета нержавеющая сталь с нижним расположением морозильной камеры. Удобное хранение яиц реализуется благодаря практичному и простому в уходе лотку, а благодаря удобной и прочной пластиковой форме под рукой всегда будут кубики льда. Возможность перевесить дверцы позволит удобно разместить устройство в любом интерьере. В холодильном отделении расположены три стеклянные полки, которые можно переставлять по высоте, и три дверные полки, одна из которых является отделением для бутылок без фиксатора. Освещается камера с помощью светодиодного источника света. Высокоэффективные энергосберегающие светодиодные элементы освещения служат значительно дольше и потребляют меньше электроэнергии. В морозильном отделении расположились три ящика для замораживания продуктов. Освещение в этой камере не предусмотрено. Двухкамерный холодильник Garenje RK4181PS4 относится к классу энергопотребления А+, и имеет расход электроэнергии 68 кВт-часа в сутки. Мощность замораживания морозильной камеры составляет 3 кг в сутки. В случае отключения электроэнергии холодильник будет поддерживать температуру в течение 15 часов. Механическое управление делает прибор простым и удобным в эксплуатации. Капельная система поддерживает влажность в верхней камере, дольше сохраняя свежесть и свойства продуктов, как пищевые, так и визуальные. Среди основных режимов – экономичный, эко и быстрый фаст. Первый необходим для того, чтобы быстро охладить продукты до заданной температуры, а второй режим необходим при необходимости заморозить большой объем продуктов за короткий промежуток времени. Режим суперзаморозки, суперфриз – позволяет за 15 минут заморозить большое количество продуктов с температурой до минус 18 градусов. Прибор работает с уровнем шума всего 39 дБ. Такой бесшумной работы удалось добиться за счет применения высококачественной изоляции и инновационных решений системы охлаждения. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и нашел несколько отрицательных. Нет сигнала о незакрытой двери. Сильный запах нового холодильника. Боковая стенка сделана из другого материала, чем двери. Тусклая лампочка внутри. Невозможность установки точной температуры. Теперь речь пойдет о положительных отзывах, которых оказалось немного больше. Красивый внешний вид, очень стильный. Компактный. Работает беззвучно. Хорошо морозит. Вместительный. Хорошее качество сборки. Простой в управлении. В морозильной камере выдвижные ящики. Благодарю за просмотр. Не забывайте, что ваши лайки и комментарии – это лучшая поддержка для нас. Напомню, что ссылки на выгодные предложения о покупке я оставлю в описании под видео. А чтобы не пропустить выход новых видео, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. На этом у меня все. До скорых встреч!